Мой отзыв на тренинг «Самогипноз 3». Тренинг «Самогипноз 3», как и многие другие, я не выбирала. Он мне достался в подарок. Попросила заменить «Самогипноз 1», потому что проходила его уже, практикую постоянно, и мне его заменили. Благодарю Павла Борисовича за щедрость. Получила этот тренинг просто так. Как и многие другие тренинги, здесь очень много разных практик. Не могу сказать, что понравились все, но все попробовала. Все можно использовать как техники быстрого отдыха. Даже каталепсия, которая в самогипнозе 1 вызывала раздражение, в этом тренинге получилась. Это как раз пример того, что техники в тренинге рабочие. Нужно только делать и слушать, как организм откликается, слушать себя. При выполнении одного из домашних заданий поняла, что чего-то не хочу видеть, и мое бессознательное бережет меня и не показывает то, чего не хочу видеть. Хотя очень хочу понять, где же все-таки в моем теле кроется то, чего, от чего бегу. Вывод такой: слушайте уроки и делайте домашние задания. Все в ваших руках. На каждую технику оставила определенную цель. Выходила из транса с чувством легкости, что не может не радовать. Я второй год в школе Павла Борисовича и кое-чему научилась. Понравились техники коробочка с кнопкой, быстро уходила головная боль, визуализация, диссоциация, назвала ее кокон, экран ТВ заинтриговала техника, волшебное зеркало. Больше всего понравилось кому-то здоровье. Надо пробовать и искать свое. Кто-то скажет, что долго и утомительно. Также думала на самогипнозе 1, но ищите и обрящите, не мной сказано. Дорогу осилит идущий, а тема здоровья, на мой взгляд, самая важная для каждого нормального человека. Вопрос, идти или не идти на тренинг, однозначно да. Если хотите улучшить свою жизнь и свое здоровье, техника, конечно, не волшебная таблетка от всех бед, но жить помогает и облегчает. Благодарю всю команду, кураторов за их поддержку и лично Павла Борисовича за то, что вы создали такую школу, такой тренинг. Процветания вам!